В Ленинском районе сложилась хорошая практика проведения встреч главы района с населением и трудовыми коллективами. Как правило, во встречах принимают участие сотрудники администрации, районных служб, депутаты. Обсуждая таким образом существующие проблемы, искать пути их решения значительно проще. А мнение людей вносят коррективы в действующие программы и планы. На очередную встречу с Сергеем Кошманом, которая состоялась в четверг в районном историко-культурном центре, были приглашены предприниматели городского поселения «Видное». В 1993 году в Ленинском районе был создан предпринимательский союз. Инициатором идеи выступила Вера Том. На начальном этапе объединились 5 кооперативов. Позже подключились малые предприниматели, коммерческие общества. За 20 лет это движение расширилось. В прошлом году оборот малых предприятий достиг порядка 80 миллиардов рублей. Доля малого предпринимательства у нас порядка 22%. Конечно, было бы лучше, если бы она возрастала. Тем больше бы людей были бы вовлечены в главный процесс формирования, собственно, тех той финансовой доходной базы, которая нами всеми осуществляется. Каждый 7-й житель района живет за счет доходов от малого бизнеса. Понимая, насколько важно развивать эту сферу, районные и городские власти оказывают предпринимателям необходимую поддержку. На местном уровне вопросы мы решаем свои. Не всегда, потихонечку, совместными усилиями. И таких вопросов серьезных нет. Более 1 миллиарда наших жителей ежедневно ездят на работу в Москву. Андреем Воробьевым поставлена задача создать новые рабочие места в Подмосковье, отметил на встрече глава района Сергей Кошман. В решении этого вопроса немалая роль отводится малому и среднему бизнесу, который обеспечивает приток инвестиций в экономику, удовлетворение основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах. В рамках новой областной программы, рассчитанной на период до 2016 года, на поддержку малого предпринимательства планируется выделить 7 миллиардов рублей. Аналогичная программа в настоящее время разрабатывается и в Ленинском районе. Это будет программа поддержки предпринимательства в Ленинском районе. Мы берем за основу и областную программу, и федеральную. И хотим также дополнительно стимулировать развитие предпринимательства на территории нашего района. Говорили на встрече и о развитии региона в целом, и об основных приоритетах развития Ленинского района. Предприниматели смогли задать наболевшие вопросы Сергею Кошману и главе городского поселения «Видное» Сергею Троицкому. Поскольку большинство бизнесменов не только работают, но и живут в городе «Видное», вопросы касались городской инфраструктуры, в первую очередь социальной, увеличения количества детских садов, а также благоустройства территорий, строительства парковок. Татьяна Акимова и я, Дамия Наталья Буслаева, «Видное ТВ».